Куча стримов, куча летсплеев и также куча мини-игр. SkyWars и многие другие. Все это ты сможешь найти на канале Маджея. Заходи и подписывайся. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт без модов, а точнее прохождение, в продолжение прохождения замечательной карте о зомби-апокалипсисе, которую мы начали проходить вчера. Поэтому, ребята, если вы хотите еще больше продолжения, то не забываем ставить лайки, потому что это вторая серия, мне нужно знать, хотите ли вы продолжение. Если да, то поставьте лайки, как только мы наберем 1200 лайков, я сразу же выпущу следующую серию, и мы будем добивать эту карту, и все-таки найдем способ сбежать с этого города. Поэтому, ребята, 1200 лайков, я сразу же выпускаю видео для своих любимых подписчиков, потому что каждый подписчик для меня как друг, и кто еще не подписан, я всех вас приглашаю вступить в нашу большую и дружную семью. Все, что нужно, это секунда времени, чтобы поставить лайк, секунда времени, чтобы подписаться, но ты действительно сможешь сделать меня намного счастливее, потому что, как я уже сказал, каждый подписчик это мой друг, поэтому каждый новый подписчик это плюс один друг. Да, ребята, но сейчас мы будем приступать к самому видео. Ну что, ребята, мы будем продолжать выживать. Сейчас у нас ночь, у меня ночное зрение, поэтому не удивляйтесь, почему я так все светло вижу. Но знаете что? В принципе, сейчас уже будет рассвет, и мы пойдем на поиски чего-то. Знаете, что бы я хотел сказать, ребята? Я бы хотел вам сказать всем большое спасибо, потому что первая часть этой карты вам очень сильно понравилась, как я понял. Потому что за полдня мы смогли набрать 2500 лайков на первой серии прохождения этой карты. Я прям офигел. И, ребят, честное слово, я вам всем жму руку, всех целую, потому что это действительно очень круто, я говорю вам большое спасибо. Но если вы хотите продолжение, то вы знаете, что делать. Я не знаю, может, нам еще немного громче сделать, потому что кто-то говорил то, что зомби очень громкие, но другие звуки очень тихие, поэтому я не знаю. Ну, в принципе, сейчас у нас уже будет рассвет, пока у нас это все длится, мы можем прочитать, что у нас тут пишут. А, ух ты, да ну нафиг, вряд ли я буду читать эти все книжки. В принципе, я могу, но согласитесь, то, что даже если бы это все было написано на русском, это заняло бы очень много времени. А мне плюс тому еще нужно вот это все переводить. Я смогу перевести, но это действительно очень много времени займет. Ну, как я понял, тут у нас книжка отчета полиции этого города, города Броуд. Какое-то письмо Эмми. И что у нас еще есть? Оуэнс Диари, дневник Оуэна. Поэтому, в принципе, мы уже хотя бы поняли, что это и как. Я уже выложил весь свой хлам, как видите. Уже все нормально, уже нету бардака у нас в инвентаре. Я взял железный меч на всякий случай. Взял алмазный меч, зажигалку и также луки. В принципе, можем спускаться. Это наше убежище, ребята. Запомните, тут мы всегда будем возвращаться и всегда мы... Это я не заметил. Ну, в принципе, мы всегда будем сюда возвращаться и всегда тут хранить нужные нам вещи и припасы. Ну что, ребята, мы спускаемся. Главное, ночью... А вот это я не знаю, сможем ли мы спуститься. Вот это я, если честно, не знаю. Тут их, в принципе, уже очень много. А ты нифига себе, еще по лестнице. Они могут залазить по лестнице. Офигеть. А, в принципе, у меня же есть алмазный меч. Почему я алмазным мечом не бью, да? Фу, мне очень хочется сюда пойти. Хоть они и спамятся, но мне интересно, что у нас тут такое есть. О, да. У нас тут есть сундучок, и я его чуть ли не пропустил. Нужно ли нам это все? Ну, в принципе, пускай будет, пускай будет. Кто мне говорил, ребята, я не могу ломать сундуки? Потому что в предыдущей серии, помните, я искал небольшое убежище, и, в принципе, я его нашел, да? Но все же, какие были ваши комментарии в предыдущей серии? В первую очередь... Вы мне говорили, что, мол, Эдисон, ломай сундуки, ты же сундуками, ну, сможешь их себе забрать и, в принципе, хранить там нужные тебе предметы. Ребята, нет, я не могу забрать, потому что эта карта сделана в гейм-моде 2, то есть адвенчер-моде. И адвенчер-мод нам не позволяет ломать все блоки. Если бы можно было ломать все блоки, я бы просто-напросто пошел сделать себе кирку, разобрал вот это все, построил бы блок в высоту, забрался бы на крышу. Но согласитесь, это было бы очень... Глупо для такой крутой карты. А какие были самые распространенные комментарии? Смотри, что тут написано. Не входить мертвые внутри. Это знаете, как реально в ходячих мертвецах. Какой был следующий комментарий? Мол, чтобы я приручил себе волка. Чтобы я приручил себе волка, следуй за мной, волчонок. Чтобы я его себе приручил, потому что... Да, ребята, а вы реально правы, это очень даже круто, почему я раньше не додумался?
Это реально очень круто. Они действительно смогут мне помогать и будут бегать за мной и отбивать зомби, которые просто-просто будут за мной следовать и будут мне помогать выживать. Ребята, это действительно очень крутая идея. Спасибо за то, что мне сказали. Но они за мной, как я понял, не следуют, да? А, вот они. Да, вот они. Давайте не будем от них отставать. В какой дом мы хотели пойти и что мы хотели облутать в этой серии? Кто-то мне говорил то, что в фермерском доме, был второй этаж, но я его не заметил. Ребят, я не знаю, честно. В принципе, мы можем сейчас пойти посмотреть, но это очень далеко бежать. Тут у нас никакого входа нету. То есть нам нужно найти какой-то способ туда забраться. Это что у нас тут? Мы тут уже были? Да, ребята, это полицейский участок, и кто-то мне сказал, что я что-то не облутал. Наверное, вот это, да? Да. Мне кто-то говорил, что я там что-то забыл облутать, и, наверное, вот это. Тут у нас, в принципе, ничего такого полезного. Ну, я не вижу смысла это брать. Также, жилой дом. Опа, тут у нас что? Ах, ну тут у нас очень много всяких вещичек. Очень много, поэтому... Ребята, давайте вы будете отбиваться. Опа, заберем. Заберем. Ребят, давайте вы будете отбиваться, я буду вот тут находиться. Я не знаю, в принципе, зачем я вот это все беру. Ух ты, пускай. Выпусти меня. Тут что-то есть. Welcome to good food. Хорошая еда. Это, в принципе, можно закрыть. Я не знаю, ребята, тут, в принципе, очень много этих... О, ну ты тут посиди. А зачем я туда подошел? А кто-то мне скажет, зачем я туда подошел? Я, в принципе, даже не могу это поджечь. Потому что это все-таки не survival мод. Это... Ой, я случайно его ударил. Сори. Это adventure мод. Еще раз его ударил. Таким способом я его... Ух ты, нифига себе. Таким способом я его, в принципе, еще даже быстро убью, но лучше не нужно. Офигеть, ребята, в конце это... Вы в курсе то, что в конце серии мы устроим нереальный пир. Мы все вместе сядем и все вместе поедим рыбку, мясо. И что самое крутое, это кролика. Дарит твою нафиг. Там, дружки, помогайте мне, вы там не смотрите. Этого мы трогать не будем. Он такой деловой себе сидит. Я его даже трогать не буду. Вот, замечательно. Вот. Ну, я не знаю, нужна ли нам... Ну, в принципе, молоко нужно. Молоко нужно взять. Залез нафиг. Молоко реально нужно взять. Ай, ну там их очень много. Знаете, что самое фиговое? То, что мы не можем ломать спавнеры. Потому что мы попросту их не видим. Ребята. Да иди ты вон, а. Я их так просто-напросто сейчас поубиваю. Пожалуйста, не... Восемь минут невидимости. Они меня и так могут... А какой вообще тогда толк от этой невидимости? Не знаю, честно. Я тогда не знаю, какой толк вообще от этой невидимости, если они меня и так могут видеть. Да я не хочу, чтобы ты... Как они меня могут видеть? Вот ты можешь отойти, пожалуйста, дружи... Нет, я не сабживанер. Ребята, я убил бедного волчонка. Как я... Я уже думал, я не смогу выбраться. Ребят, я убил бедного волчонка. Нет, как Эдисон посмел. Как я посмел. Ну ничего, мы сейчас найдем еще одного. Тут такие офигенные можно найти... вот эти все фигни, вот эти все... Сейчас. Поушены, зелья, это просто офигеть. Но что очень плохо, тут очень много зомби. Прям очень много. И что очень хреново, они не перестают спавниться. То есть я не знаю, если честно, что нам делать, чтобы их убрать. Давайте вот это. И в принципе джамбуст нам тоже 100% нужно. Давайте вот так. Круто! Знаете, что фигово? То, что... Ай! Брифинг под водой, дыхание, instant damage. Дайте мне... Нет! Я еще умру! Это будет моя первая смерть.
Эдисон найдет способ, как спастись. Или нет? Охренеть, ребята, это была самая полезная лечилка, которую я когда-либо пил в своей жизни. Потому что если бы я этого не сделал, мы бы уже сейчас трупаком валялись на земле и больше ничего не делали. Но все же, давайте отсюда нафиг выбираться. Все, идите вон, это, в принципе, было очень круто, потому что мы там облутались, и мы знаем, где есть место, где еще очень и очень и очень полно всяких лечилок. Эта лечилка спасла мне жизнь, ребята, она мне спасла, давайте все дружно скажем спасибо этой лечилке, потому что если бы не она, мы бы просто уже валялись бы и превратились бы сами уже в зомби. Опа. А тут, в принципе, офигеть, тут очень много всяких полезных, крутых мест. И как вы видите, эта карта действительно очень продумана. То есть вы можете зайти в любой транспорт, вы можете зайти в любой дом. Так, что бы можно выкинуть? Это можно выкинуть, это можно забрать. Это можно выкинуть. Ща, ребята. Вот так. Это можно забрать, вот твою нафиг, я же сказал, это можно, что, там кто-то к нам приближается, да? Ай, давайте вот так. Нифига, он без шар, о, сейчас. Это очень плохо то, что они меня видят, по идее, как они меня должны, как они вообще меня могут видеть, да? Если, так, какие у нас тут инста дэмэдж, вот это можно взять. Как они вообще меня могут видеть, если я невидимый? То есть это бред полнейший. А тут у нас, кстати, да, у нас тут заправочка. Вот так. Ща, давайте, давайте, мои воины. Мои воины. Ребята, это была очень крутая идея. Вот, вот реально спасибо вам, потому что это была очень крутая идея, и вы реально мне помогли, потому что... Ух ты, нифига себе. Потому что эти собачурки мне действительно очень даже помогают. И чем их больше, тем лучше. Сейчас, я этот прирученный... Иди сюда. Я не могу его ничего сделать. Во, наконец-то. Ага, этот уже прирученный. Этот тоже прирученный. Волк, да? Ну, или собака, можно так сказать. Вот так. Моя армия, нафиг. Щенков. Ну, они уже, в принципе, никакие не щенки, но все же. Ребята, за мной. Ща мы надерем задницу этому городу. Просто-напросто поубиваем всех зомби, которые просто тут существуют в этом городе. Куда мы хотели пойти в этой серии? В этой серии мы хотели пойти и проведать наш вертолет. И также сколько там у нас времени серия уже идет? В принципе, 11 минут, мы еще успеем даже добежать до фермерского дома, не деревни. Я хотел бы... Опа, что у нас там? Я хотел сказать деревни, но так, деревни там, в принципе, никакой нету. Это обычный фермерский дом. А кстати, мы сюда можем зайти в этот... Я не знаю, что это. Да, можем. В этот автобус... Да. Самый лучший автобус, который я когда-либо видел. Иди вон, иди вон. Вы реально мне сказали то, что я там что-то забыл. То есть в том доме, вот сюда можно выйти, в том доме был второй этаж, спрятанный какой-то второй этаж, то есть я не помню, кто-то говорил через картину какую-то пройти, кто-то говорил, что он просто там спрятанный был, то есть там была лестница, которую я не заметил, паркур, опа, перепрыгнул один блок, это самый лучший паркур. Там была одна лестница, которую я не заметил, и мы... Что это у нас? Ребята, вы в курсе то, что это спуск в канализацию? Я только сейчас это все заметил. Канализация города. И вы помните, я там нашел, у меня там, точнее, я видел зелье дыхания под водой. Ребята, может мы даже туда вернемся, заберем, когда очистим весь инвентарь. Заберем и спустимся в канализацию. Но, как я понял, мы это, наверное, уже сделаем в следующей серии, потому что... Ну, вряд ли сейчас у меня будет время вот это все сделать. Нет, тут ничего нету. Кто там? О, вот лестница. Я, если честно, ее даже не заметил. Ребята, вы прям глазастые. Офигеть какие. Если честно, это даже не заметил. Ну, косточки пригодятся. Косточки мы можем... Да, мы можем. Пасхи. Собачки, все ко мне на кровать. Мы сейчас в ноги ложимся. Охраняйте меня. Мы сейчас поспим и дальше потопаем. Вот, ребята, респект вам, потому что это офигенная была идея сделать себе команду всех собак. А зачем я сюда вообще пришел, если тут ни черта нету? Ну, в принципе, мы можем еще сюда забраться, посмотреть, раз мы уже пришли, да? Тут у нас что-то
Брик, кирпичи, кирпичи. Ну, я не знаю, пригодятся ли они нам, если честно. Вряд ли. Палочки, палочки пригодятся. Тут ничего больше. Ух ты. Нифига себе. Кто там бьет мою собаку? Даже пальцем не касайтесь, чтобы... Кто там бьет мою собаку? Или ты просто сама себя убиваешь? Вот так, давайте, это можно выкинуть, это заберем. Нифига себе, владелец этой фермы уже даже вас гонял, уже даже и сушителя убил. Офигеть. Команда, за мной. Мы потопали дальше. В принципе, больше нам тут ловить нечего, мы уже тут все облутали. Да, мне кто-то говорил, то, что тут есть много лошадей. Вот они. Ну, я не знаю... Можем ли мы с ними что-то делать? Да, у меня было седло, и с этим седлом я, в принципе, мог оседлать вот эту лошадь, но я не знаю, что бы нам это дало. Мне кажется, ничего. Что у нас тут написано? Карантинная зона, не покидать. Be executed. То есть, люди, которые пересекут вот эту стену, которые перейдут туда, будут... удалены, если вот так. Очень таким, знаете, мирным способом разговаривать. Не таким, не жестоким, да? А, команда за мной. Они прям тпхаются, да? Да, они прям нифига себе, прям какие-то нереальные волки. Ну что, ребята, какая наша финальная миссия? Как я уже говорил, финальная миссия, Опа. Финальная цель в этом видео, в этой серии точнее, это забраться в вертолет и посмотреть, что там такое. Strange of... 3 минуты. Это, в принципе, очень даже по... Кто там нахрен? А, они сами себя долбасят вот там. Что мы можем выкинуть? У нас, в принципе, куча всего. Я не могу ничего ломать с помощью кирки. Я ничего не могу ломать, как видите, ребята, потому что это гейм-мод 2. Поэтому мы пока что ее выложим. Ну, пока что, как я уже сказал. Потом мы, может, вернемся и потом заберем. Ну, не зря тут у нас дверька есть. Это поезд, ребята, это поезд, вот сюда, вот это можем забрать. Я в первой серии не мог сюда забраться, ну, потому что я просто-напросто не знал, как, я, если честно, не видел вот эти нажимные плиты, да, которые тут у нас есть. Night Vision опять, ну, да дайте мне пройти, вот, а, нет. Куда-то я не туда забрался, там мы не можем отойти, потому что там забор вокруг всего города, поэтому нам нужно сюда возвращаться. Ну что, ребята, наша финальная цель в этой серии это забраться на крышу, где мы видели вертолет. Это где-то вот в том направлении, мы сейчас быстренько туда заберемся и посмотрим, что мы сможем с ним сделать. Если честно, уверен, то что ни хрена, но все же. Нам нужно найти способ, как сбежать с этого города и как нам вообще выжить, да. Вот, в принципе, мы еще тут даже не были, я, если честно... Не знаю, будет ли у нас время еще вот это залутать. Что у нас? The Fat Duck. То есть, если дословно переводить, это жирная утка. Ресторан, да? Если это ресторан, kitchen, то есть кухня. Если это ресторан и если это кухня, то тут должно быть офигеть, как много всего. Сейчас мы вот это все заберем. Тут у нас что? Ну, понятно, что тут у нас еда. Мы пока что вот это только заберем. И пока что... Ну, у нас просто нету места, поэтому, ребята, мы все забирать не будем. Это что? Это туалет. В туалете у нас... Ну, в туалете у нас есть призмарин. Я, в принципе, его брать не буду. Ух ты. Это улица. Ресторан с улицей. Ребята, я бы так хотел в этом ресторане побывать, что-то покушать. А, у нас, кстати, тут второй этаж есть. Я опять не заметил. Что-то мне... Чё-то мне на вторые этажи не очень везет, я их просто не замечаю. Хоть тут, в принципе, ничего нету, поэтому даже если бы я не заметил, ничего бы не произошло. Мы уже знаем, где у нас находится канализация. И, в принципе, как вы видели, на начале этой серии я заметил, где-то вот тут был люк возле заправки. Вот он. Я даже спросил, что это там такое. Это, ребята, канализация. Как я понял, отсюда мы выберемся, потому что, вы видите, тут у нас есть лестница. И, наверное... А как мне туда забраться? Я только сейчас вспомнил то, что я туда не смогу забраться. Как мне туда забраться, если вокруг этого здания нету... Это что такое? Ага, это для детей, да? Как я понял, или что? Вокруг этого здания нету... Нету никаких дверей. Но все же, если нам дали вот этот potion, вот это зелье, значит, оно будет полезным.
Значит, оно реально будет полезным. Но я не знаю, все же сможем, вряд ли мы сможем. Вот смотрите, ребята, у нас есть тут окно. Круто, и без этого зелья мы бы вряд ли сюда забрались бы. Ух ты, тут кто-то уроки проводил, книжки... Нет, никто не хочет возвращаться в школу, ребята. Лайк, если вы не любите школу, ну или просто не хотите возвращаться. Как я знаю, уже вроде закончились же каникулы. Ребят, я просто не знаю, честно, я уже не учусь в школе, поэтому уже закончились каникулы. Вроде они были до 10 января, вроде, да, то есть... Я точно не знаю, но... Вроде. Честно, ребят, не знаю пока что. Если закончились, то очень плохо. Очень плохо. Потому что все мы любим дома сидеть. И гулять, в принципе, не только дома. Вот так. Сейчас мы, в принципе, вот это все заберем. Да харе, сколько вас там нафиг? Кто-то уже там двери ломает. Или что там ломает? Классрум. Тут у нас ничего, ничего. Ребята, пожалуйста, потише, потише. Не буяньте, не буяньте. Тут ничего нету, но мы можем еще... Ага. Только я не могу вот это ломать, и хоть вы что сделаете, я не смогу... Я не смогу там ничего сделать. Собачки, я вас очень сильно люблю, но, пожалуйста, давайте вы не будете лезть под... Давайте еще выпьем вот это. Давайте вы не будете лезть под меч, потому что... Нет, я упал! Хоть я упал, собачки, я вас всех, конечно, поубиваю случайно, но вы сами понимаете то, что тяжело не попадать, точнее, тяжело попадать и по зомби, и не попадать по вам. Ай, если бы я не выпил зелья, если бы я это не сделал, то вряд ли бы я сейчас выжил. Давайте выберемся отсюда. Да, рычаг. Ну, в принципе, мы рычаг никуда не сможем поставить. Так, сейчас. Нам нужно как-то отсюда выбираться, ребята. Нам нужно выбираться и как можно быстрее. Тут у нас яблочко. Яблочко можно взять. Что у нас тут? Принципал. О-о-о! Это уже другой разговор. Мы нашли книжку. Я где-то видел наковальню. Я ее видел где-то... Не помню где, но где-то я ее видел. Нужно вспомнить где. Тут мы не можем выбраться, то есть это первый этаж, да? Сейчас, ребята, нам нужно этих всех перепинать, пока у нас зелье не кончилось. И, в принципе, даже не то, что перепинать, а вообще найти выход отсюда. Найти выход отсюда. Тут у нас опять... Не знаю, что это? Это, в принципе, школа была? Потому что, ну, тут только классы, в принципе, больше ничего другого. Вот тут у нас ничего. Тут у нас... Как вы меня... Пожалуйста... Я опять его случайно убил. Нет! Вот. Empty map. Ну, пока что я не знаю, есть ли смысл. Ну, в принципе, давайте вот это выложим, вот это возьмем. Ребята, вам кто-то говорил, что вас очень много. Вам кто-то это говорил, если нет, то я сейчас скажу. У нас там, в принципе, есть еще подвал. И мы не сможем обратно вот сюда... Ай, дайте мне выйти! И мы, в принципе, не сможем туда обратно залезть. Я о втором... Это что нафиг было такое? Стоит ли нам спускаться на нижний... Давайте убегаем отсюда. Ребята, это суперские... Это суперские вот эти зомби, которые спавятся только ночью. Они уже заспавят? Что, ночь уже на дворе? Да нет, вроде ночи нету. Хоть это, в принципе, темное помещение, да, как я понял, поэтому они тут заспавнились. Офигеть, это все очень плохо, ребята. Это очень плохо, потому что они тут не перестают спавниться. Это так сделано вообще, вот эта команда, не команда, а карта, да. Я не знаю, есть ли смысл нам туда спускаться. Они все вниз падают, они все вниз падают. Я, если честно, не знаю, как нам даже выйти отсюда. Тут у нас... Они... Нет, они не смогут ко мне подобраться. Как нам отсюда выйти? Мы тут, ребята, вообще в ловушке. И мы еще даже не смогли забраться к вертолету. И вряд ли я смогу вообще это сделать. Ох ты, попал я в ловушку нафиг. Попал я в ловушку, ребята. Тут... Дайте мне выйти! Ой, 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 давайте на этот бок вот сюда. Ох!
Я думал, они смогут пройти. Они так себе спокойно прошли, мол, здрасте. Вы что думали, что мы такие тупые? Ух ты нафиг. Potion of... Ну... Instant damage, то есть это мы сами себе нанесем урон. Я не знаю, есть ли смысл это пить, мне кажется, нету. Как мне забраться туда нафиг? Я могу поставить... Нет, не могу. Ху, я уже думал, я сейчас туда... Это суперские зомби-мутанты какие-то. Ай! Ай, не-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 не. Ребята, мы в ловушке, плюс тому мы сейчас ночью находимся в запертой школе, откуда нету никакого выхода. Мне кажется, выход есть только в подвале. Выход есть только в подвале. Тут у нас уже ломают двери, давайте пока что поедим. Мы в пустом классе, без осветления, освещения. Снаружи у нас ночь. Я еще раз повторюсь, мы в запертой школе, откуда нет выхода. Мне кажется, выход только с подвала, потому что это единственный сейчас путь, куда мы можем двинуться. Я не знаю. Я не знаю. И что нам сейчас делать? Они сейчас еще и двери сломают, да? Нет, эти двери нельзя, наверное, сломать. Ну, хотя бы мы сейчас можем тут находиться, и пока что нам ничто не грозит, но мы не можем отсюда выбраться. И мы так и не посмотрели, что там за вертолет. Ребята, я не знаю. Наверное, все-таки мы будем тут заканчивать, хоть и нам и нужно было бы двинуться в наше убежище и там переночевать, и, в принципе, там закончить всю серию. Но у нас нету выхода, ребята, мы в ловушке. Да, мы в ловушке. Поэтому я не знаю, ребята, если вы хотите видеть продолжение, если вы хотите видеть, чем вот это все закончится, и как я вообще смогу отсюда выбраться, и сможем ли мы найти выход с этого зараженного города и пройти эту карту, ребята, вы знаете, что делать. Я уже сказал, набираем 1200 лайков. В принципе, каждый ваш лайк ускоряет выход серии, и мне нужно знать, хотите ли вы ее продолжение. И вы знаете, как это показать, поставить лайк и написать также комментарий, что вы думаете об этой карте, и хотите ли, чтобы я проходил подобные карты, потому что... В этой карте есть вторая часть. Ребята, вы поняли, о чем я... Какой намек я вам послал. Как видите, там за окном уже бегают сумасшедшие зомби. Вот они. Поэтому ночью вообще лучше даже никуда не выходить. Ребята, 1200 лайков, сразу выходит новая серия. И также вступаем в нашу большую дружную семью. Все, что вам нужно, это просто подписаться на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг. И... Поэтому секунда, чтобы поставить лайк, секунда, чтобы подписаться. Я просто скажу вам большое спасибо, потому что действительно это будет очень сильно для меня приятно. Ребята, к сожалению, сегодня мы уже заканчиваем в этом видео, но встретимся в следующем, когда оно выйдет, зависит только от вас. Да, ребята, зависит только от вас. Я еще раз скажу вам большое спасибо за просмотр именно тем, кто досмотрел это видео до конца, потому что это действительно заслуживает внимания, в принципе, уважения. Не каждый сможет досмотреть, и сколько там уже серия идет. Почти полчаса, полчасовое видео до конца. Ребят, вы действительно, жму вам всем в руку. И спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.